Я хотел бы первую часть сегодняшней беседы посвятить теме, собственно, самого интернета, его постоянной работы. Насколько я знаю, власти Казахстана в лице Назарбаева и его исполнителя Карима Масимова постоянно ограничивает, замедляет или отключает, собственно, сам интернет. Мы сегодня вещаем в прямом эфире Инстаграм, Фейсбук, Ютуб на канале 1612. И я хочу добиться того, чтобы власти Казахстана не применяли такой механизм, как ограничение или выключение интернета. Дело в том, что общеизвестно, что многие предприниматели работают, используя Фейсбук, Инстаграм, Ютуб, делают свой бизнес. Собственно, эти же сети используют банковские работники, используя интернет, происходит заказ авиабилетов, железнодорожных билетов и так далее. То есть применение сейчас интернета достаточно широко. Вот. И, конечно, вот эти действия власти, отключение или ограничение, они достаточно бессмысленны. Бессмысленны почему? Потому что, ну, хорошо, я сегодня сделал прямой эфир. Буквально через 5 минут существующая запись просто выходит, размещается в YouTube и других сетях. И власти Казахстана все равно будут вынуждены включить интернет. И получается, то, чего они избегали, все равно приходит и появляется в сетях. Тогда спрашивается, почему власти это делают? Вот все эти их неадекватные действия просто показывают, насколько власть наша глупая. И каждый день вы просыпаетесь какими-то проблемами, вы их не можете решить. Вы, может быть, вините себя. Ну, одним словом, вы говорите, что не можете решить эти проблемы. На самом деле, это в большей степени связано с тем, что нынешняя власть, она просто не понимает, не умеет решать проблемы, которые сформировались в стране и накапливаются. И вот на простом примере, как отключение ограничений интернета, просто это показывает. Это о чем говорит? Это говорит о том, что эта власть должна уйти. Значит, что я хочу сделать? Ну, во-первых, я утром буду вещать, после обеда. И так будет продолжаться длительное время, пока власти не прекратят отключать интернет. Очень многие пользователи возмущаются, говорят, вот из-за вас выключили интернет. Но я хочу по этому поводу очень просто комментировать. Не я отключаю интернет, а его отключает Назарбаев. Люди, когда такие слова говорят, это о чем говорит? Это говорит о том, что они одурманены режимом, получив плохое образование. Они, в принципе, эти люди уже стали не определять, где черное и белое. Они потеряли причинно-следственную связь. Они не понимают, что отключают интернет или ограничивают не из-за меня, а его отключают или ограничивают из-за Назарбаева. У нас такой руководитель страны, и все его исполнители такие же. Поэтому этим людям я хочу адресовать свое возмущение, которое они сейчас адресуют мне, они должны адресовать руководству страны. И какие у меня планы? Ну, представьте себе, что тем не менее, власть в лице Комитета национальной безопасности Карима Масимова, исполняя поручение Назарбаева, будет продолжать каждый раз отключать интернет, когда я выхожу в прямой эфир. Какая будет интересная ситуация? Фактически у многих деятельность будет парализована. И она будет парализована не из-за меня, она будет парализована из-за действий Карима Масимова и Нурсултана Назарбаева. Это мы все четко должны понять. И, соответственно, я надеюсь, что после этого наступит созревание общества, быстрее понимание, что так жить нельзя. Второе. Ограничение интернета очень быстро, действия, собственно, самих казахских властей, станут известны всему миру. Наши казахские власти планируют подписывать различные международные соглашения с европейским сообществом, с инвесторами. И в нашу страну эти инвестиции будут входить ограниченно или вообще не будет приходить. Почему? Потому что инвестор будет говорить, у вас,
какая-то глупая и абсурдная власть. Зачем ограничивать каждый день интернет, когда выходит в сеть облязов? Для чего? Какая цель? Они боятся? Чего они боятся? Они боятся правды? Правды, что эта власть коррумпированная? Правда, что миллиарды долларов растекаются их в карманы? Правда, что происходит каждый день рейдерство того или иного бизнеса, беззаконие правовых органов? Соответственно, если сейчас еще Назарбаев, одев галстук, костюм, удается многих обманывать и все еще, то после достаточной, вот скажем, недельной акции, эта ситуация обойдет все средства массовой информации мира. Все будут просто смеяться над человеком, который претендует на Нобелевскую премию. Он же все время говорит, я вот такой выдающийся, я такой умный, я продвинутый, я современный. И этот человек отключает что? Отключает интернет. То есть над Нурсултаном Назарбаевым будет смеяться весь мир. Поэтому, Карим, послушай меня. Я обращаюсь к Кариму Масимову. Ты все равно будешь вынужден эту ситуацию докладывать Назарбаеву. И когда Назарбаев будет выглядеть полным идиотом по всему миру, это будет ответственность в первую очередь и твоя. Итак, я считаю, что в конечном счете у Назарбаева нет шансов. Он будет вынужден включить и прекратить ограничивать интернет. Очень много скептиков не знает, что делать. Этот режим подавил в них умение и желание что-либо делать. У них состояние безнадежности. А это не получится, это все равно бесполезно. А зачем это делать? И, собственно, живут по течению и только на кухне жалуются на эти проблемы. Вот простой пример, как тот, что режим включит, вынужден будет включить интернет, просто показывает, что, в принципе, доведя вот эту ситуацию до абсурда, режим, в конце концов, будет вынужден включить интернет. Это что нам говорит? Что мы можем добиваться достигнутых целей. То есть, казалось бы, вчера многие из вас думали, вот власть выключила, уже ничего вообще невозможно сделать, и этот ваш гнев вы направляли в мою сторону, и вы очень скоро убедитесь, что эта власть будет вынуждена включить. Мы ее принудим. Мы также принудим эту власть уйти. Собственно, цель вот так заключается именно в этом.